Казахстанские мажилисмены требуют пересмотреть порог достаточности для использования части пенсионных сбережений и наказать ответственных за разработку методики. Как заявил на пленарном заседании депутат Аманжан Жамалов, при пересмотре порогов выявлены нарушения, а расчет не соответствует закону о пенсионном обеспечении. Народный избранник отметил, что при правильном расчете уровень порога достаточности для изъятия пенсионных излишков вырос бы лишь на 9%. Таким образом, методики банально некомпетентны, либо осознанно сделана методологическая ошибка, которая привязывает пороги к размеру минимальной заработной платы вместо показателя минимальной пенсии 46 302 тенге, что привело к увеличению минимальных порогов достаточности в среднем от 64% до 83%. В свою очередь, спикер Мажилиса Нурлан Нигматуллин отчитал главу ЕНПФ Жаната Курманова за несвоевременное разъяснение по вопросу повышения порогов достаточности. При обсуждении поправок в законопроект о страховом рынке депутаты также адресовали ему вопрос о совместном супружеском аннуитете. Однако дать вразумительный ответ Жанат Курманов не смог. Вы уже третий раз говорите, что это можно решить. Теперь понятно, почему вы уже целый месяц не можете ответить на вопросы о пороге достаточности. По-разному изворачивайтесь и издалека отвечайте на конкретный вопрос. Депутат же прямо спросил, как вы управляете, если не знаете ответа. Нужно сделать два основных шага, и вы не можете это прямо сказать.